только сегодня уникальная возможность пройти между ног у Гандама. Вход. И что это люди, интересно, фотографируют? Сами додумайтесь, что это. Наверное, какая-то секретная кабина. Может, там какой-нибудь секретный этот QR-код, который сфотаешь, и у тебя твое достоинство увеличится. Забавно сделали вход и выход. То есть можно пройти между ног у Гандамчика. Замечательно. Отличная возможность приобщиться к японской аниме-культуре. Вот он. Гандам.